Добрый день, сегодня приготовим обалденный киш. Я увидела рецепт в инстаграме у девочки, но переделала его немножко под себя. Значит, для заливки нам понадобится 6 яиц и 300 миллилитров сливок, 10-18%. У меня на видео 5 яиц, но потом я еще добавила, потому что было мало. Визуально я увидела, что этого будет мало. Значит, соль, перец хорошо венчиком взболтали. Все, предварительно отвариваем брокколи, нарезаем шпинат, или если у вас бэби, листики можно или не нарезать, так. Нарезаем помидорки черри, или любые помидоры, какие у вас есть, и красная рыбка. Я вам хочу сказать так, что и без рыбки это тоже очень вкусно. Выкладываете форму на пергаментную бумагу брокколи, я проварила 3 минуты. Затем сверху нарезанную рыбку. Потом шпинат. Посыпаю сверху шпинатом и выкладываю помидорки черри. У меня их разрезала на несколько частей. Все, и заливайте все заливкой. Ой, совсем забыла про сыр. Еще нужно тертый сыр. Я натерла на мелкой терке. Любой сыр, какой у вас есть. Все, заливаете все. И еще раз сверху посыпаете сыром. У меня форма 24 сантиметра. Запекать будем при температуре 180. У меня запекался минут 50. Боже, это так вкусно. Я сейчас озвучиваю это видео. Снимала я вчера. Естественно, этот киш улетел за 5 минут. И сейчас озвучиваю и прям опять захотела кушать. Друзья, это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Это просто вкусно и очень полезно.